Хорошо. Все. Чего делаешь? Пузырики надуваешь? Глянь, что у тебя тут. Глянь. Намотайте свои сопли на кулак, Люся. Намотали? Зачем ты его надуваешь? Что это будет? Ты сама. Сейчас с руки капнет. Намотайте свои сопли на кулак. Расскажи, пожалуйста, спокойно, почему ты обиделась? Да что я вас больше не люблю. Почему ты нас больше не любишь? Да что вы мне разрешаете по-своему делать? Я не слышу из-за подушки, что ты говоришь. И потому что вы не разрешаете делать все по-своему. Вы только по-своему делаете, а мне не разрешаете. Так, успокойся, сядь. Сядь, пожалуйста. Сядь, поговорим. Что мы тебе не разрешаем делать? По-своему делать. А что ты хочешь делать по-своему? Хочу, чтобы вы взяли и делали только то, что я прошу. То, что я вам воду ношу в бутылках. Ты наш водоносик. Смотри, мне тебя не видно. Смотри, пожалуйста, то, что ты сегодня сделала, это хорошо? Нет, плохо, потому что вы мне не разрешали сделать другое что-нибудь. Это вам сдача такая. Ты зачем весь диван и все покрывало в свой слайм вымазала? Потому что это вам сдача. Сдача за что? За то, что мы купили тебе слайма? Нет, за то, что вы не делаете только плохо. Я тебе сегодня покормил? Покормил. Бутербродик сделал твой любимый? Я сегодня тебе дал поиграться слаймом? Поиграл, да. Да? Что я тебе плохого сделал, что ты мне так взяла весь диван в слайм, вымазала и залила своим соком? Потому что ты не давал телефон. Я тебе дал потом телефон. Это же потом. Давай почитаем. Дай подушку. Не пожалуйста. Смотри, мы сделаем с тобой, знаешь как, по-взрослому, давай. Угу. Ты прочитаешь и будешь пользоваться телефоном. Нет. Пока не придет бабушка. Нет. Но это же хорошее условие. Не хочу. Я тоже хочу условие ставить. Ты поставишь такое условие. Ты будешь всегда за собой убирать. Если вдруг ты где-то насвинючила... Ты все это соберешь и пойдешь не по пути где-то выбросишь, а выбросишь куда? Куда
куда надо. Правильно. Почему у тебя штаны все в слайме? Потому что я смазалась. Слаймом? Да. Это нам на сдачу? Нет. А на что это? Это вам сдача. Это бабушке сдача. Бабушке сдача. Маме это стирать. У тебя все штаны в слайме. Я ведь вижу, что ты хорошая, добрая девочка. Ну, видишь, потому что... Ты хочешь надеть свои короткие шортики, да? Да. И розовую футболочку. Угу. Поэтому ты измазала штаны? Да. Пойдешь одеваться? Угу. Потом почитаем? Да. Вообще, сначала телефончик можно? Нет. Телефончик после того, как почитаем. Это неправильно. Неправильно? Это, по-моему, честно. Я всегда сначала читаю, потом делаю телефончик, а потом опять читаю. А так ты, смотри, нет, смотри, у нас теперь по-новому будет, по твоим правилам. Ты сначала почитаешь, а потом будешь заниматься телефончиком без читания. Давай? Нет, мне не нравится. Ну ты же хочешь играться в телефон? Да, но я хочу почитать. Я не слышу, что ты говоришь. Я хочу в телефон играться, но только без читания, чтобы вообще не читать. А переодеться ты хочешь? Угу. В чистую одежду, а не в слаймовую? Да. Да? Знаешь, если бы у куклы была слаймовая одежда, и она вот так то текла, текла, да? Текла, текла. У тебя вот на руке слайм? В руке слайм, еще прилипший. Да. Ты куклу слайм не вымазала, я надеюсь? Не вымазала. Ну что, мы почитаем одну страничку? Папа, хотя я еще себе локоть в слайм засунула. У тебя в волосах слайм. Я его засунула туда. Засунула в волосы? Да. Иди-ка сюда. Вот сюда? Да. И вот сюда? Да, сюда. О, Господи. Это надо срочно вымыть. Ребенок в слайме. Это значит, ребенок хочет быть куклой слайм. Нет. Это значит, что ты как бомжиха уже. Я хочу Пойдем быть ребенком голову мыть. Слаймом. Я хочу быть ребенком слаймом. Пойдем мыть голову и читать. Угу. Говори всем пока-пока. Пока-пока. Но я хочу себе одежду слайма. И слайма. Разноцветного. Точно? Да. И будешь вся липкая? Нет, не буду вся липкая. Я хочу такой цвет, как будто у меня волосы все в слайме.